Рада, я что-то проголодалась. Давай приготовим пюре. Хорошая идея. И всем привет, вы смотрите Кьютисис. И сегодня мы будем готовить пюрешку. Погнали! Теперь мы порежем картошечку. На. Да, это моё. Девушки, которая готовила. То есть девочки. Пока вода закипает, мы поедим. Я беру гранатик. Ты будешь? Нет. О! Смотрите. Сейчас я себе возьму гранатика. Что? Сейчас я себе возьму гранатика. Пять. Вкусные были фрукты. Да, очень понравилось. Мы все съели, слопали. Ничего не осталось. Ждем огня! Пропампачу! Включи огонь! Ладно. Так. Да, оставляем. Все, ждем, пока оно заварится. Картошка варится, а мы хотим приготовить салат. Погнали. Помидоры, авокадо, перчик и сметана. Что салат с пюрешкой, это очень вкусно. Я всегда, когда ем салат с пюрешкой, я всегда беру добавки. И для этого
Вот. Смотрите. Вот тут вот мы порезали. Вот косточка. Она сломанная чуть-чуть. Тут порезать надо чуть-чуть. Это продолжить сейчас. Вот. Оно так прикольно выглядит. Сейчас мы будем проверять нашу картошечку, если она уже заварилась. Бери кусочек. Очень мягкая. Очень мягенькая. Вот так вы и проверяете, если готова или нет. Да. Это мы еще сможем использовать. Сейчас мы добавим столовую ложку соли. Вот, смотрите, как это выглядит. Запах! Очень вкусный запах, боже мой! Еще 5 минут мы поварим, и будет готово. А пока что будем готовить. А я уже заканчивала резать. Тогда помоги мне с авокадо. Такой кусочек. Можно делать любой кусочек, который ты хочешь в салатик. Вот. Вот сюда ложим. Сюда ложим. Так. Ты что мне это кинула? Я тебе ничего не кидала. Стоять. Чаш. Теперь мы ложим сметану. Все. Надо соль и перец добавить. Угу. Вот у нас вышел салат. Пока там Рада замечает авокадо, я уже приготовила стол. Сейчас картошка сварится. Я сейчас буду расплющивать ее и добавлю чуть-чуть молочка и сливочного масла. Могу стаканчик взять. Чатка, поможешь? Да. Дай помочь. Вот тут есть еще. Да, еще. Наливаем водички, наливаем молоко.
И чуть-чуть масла. Вот столько. Сейчас мы будем дегустировать это. Очень вкусно. Идеально. Сейчас будем очень салатик. Вкусно. Вкуснячища. И я еще за это время еще... Чего не остыло. Да, еще за это время я проголодалась. Вкуснятища. Пока. Пока. Подписывайтесь на канал и поставьте лайк. Колокольчик. Пока.